Отец и сын, задумавшись однажды о жертве сына, поразилась вдруг. Какую жертву для небесных граждан принес Отец Небесный, Бог и друг? Как оторвать от сердца свое чадо, отдав на поругание толпы? Как полюбить толпу, то эту надо? Задумайся когда-нибудь и ты. Когда в семье страдают наши дети, готовы мы взять на себя их боль, лишь потому, что ближе нет на свете, лишь потому, что в нас живет любовь. А чтобы отдать ребенка негодяю, чтоб смертью жертвы спасться негодяй, такого я в истории не знаю, чтобы во спасение отдали дитя. Лишь один Отец, Творец Вселенной, отдал единородное дитя в любви великой, вечной, неизменной, чтобы спасти всех нас, меня, тебя. Какое сердце бьется во Вселенной, любовь, какая двигает миры, Отец любви, Бог необыкновенный, о, как твои деяния щедры! И я стремлюсь в твои, Отец, объятия, чтоб петь об этой неземной любви. И ты укрепи своею благодатью и песни сердца сам благослови. Аминь.